Год назад солисты группы «Градусы» заставили понервничать поклонников громкими заявлениями о распаде группы. Непримиримые противоречия заставили закрыть успешный проект. Предполагалось, что ребята больше не будут записывать новые треки и выпускать клипы вместе. Но кассовые сборы показали, Роме и Руслану лучше все-таки помириться. Спустя год парням пришлось переступить через самолюбие и сделать шаг навстречу друг к другу и к успешной карьере. В распоряжении телеканала РУ-ТВ оказались кадры со съемок клипа «Вали, гуляй», количество просмотров которого доказывает очевидный факт – вместе они – сила. Все происходило очень дружественно и такой вот как никогда веселой обстановке. И вот прошло время, и солисты группы, как раньше, веселятся, снимают совместные видео и, кажется, уже совсем не держат друг на друга обиды. Две минуты назад я не думал об этом, я шел тебе рассказать, что мы сделаем летом. В Ботаническом саду мы перевернули и вверх дном все редкие саженцы.